Необычное зрелище можно было наблюдать вечером 1 июня на площадке стадиона «Металлург». В темноте под музыку ритмично двигались огоньки. И лишь при свете фонарей становилось понятно, что это танцуют молодые люди. Главным атрибутом участников флешмоба стала одежда и аксессуары со светоотражателями. Таким образом, молодежь продемонстрировала работу фликеров, что стало основной идеей мероприятия. Акция «Быть заметным – это стильно» должна привлечь внимание широкой общественности к использованию светоотражающих элементов. По статистике, наезд на пешеходов остается одним из самых распространенных видов ДТП. А большинство происшествий с пешеходами происходит в темное время суток, в условиях ограниченной видимости. Самый незащищенный наш пешеход в темное время суток в темной одежде – это беда для всех водителей. Поэтому сегодня ребята демонстрировали непосредственно работу световозвращающих элементов в темное время суток. И совет нашим всем пешеходам в обязательном порядке приобрести данные световозвращающие элементы, носить их на верхней одежде. Фликеры бывают в виде значков, наклеек, браслетов. Обычно их используют сотрудники ГИБДД, работники дорожного хозяйства, что позволяет стать заметным для водителя на расстоянии до 300 метров. Но скоро новые правила для пешеходов обяжут иметь отражатели всех. С июля месяца внесены уже поправки в административный кодекс, и наши пешеходы в обязательном порядке будут обязаны носить жилеты, браслетики в темное время суток на дороге, которая пока еще недостаточно освещена во многих населенных пунктах. Берегите свою жизнь, используйте фликеры. К этому совету организаторов и участников флешмоба стоит прислушаться. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.